Потребна допомога. Наш земляк 16-годовы тяжкоатлет с Хойнікаў Дмитрий Ходас под час поборництва отримав складаную травму и зараз прикованы до ложка. Усе отбылося у снежні у израильском Эйлате на чемпионате Европы, где юнак стал бронзовым призером. Напроканцы своего выступления при заключенном подходе Дмитрий не справился со спробой штуршку штанги. Яна вырвалася з рук, притиснула хлопца до подлоги и травмировала позвоночник. Самостойно покинуть помост юнак уже не смог. Вертолетом спортсмена доставили в больницу, где одразу прооперировали. Еще одну операцию сделали в Минске. Зараз Дмитрий находится у Республиканском науково-практичном центре травматологии и ортопедии. Врачи делают все возможное. Финансовых средств семьи и спортивной супольности докладно не хопить. Допомогши юнаку может каждый необъяковый человек. Реквизиты доброчинных рахунков вы зараз бачите на своих экранах. А ажыццявіць добрачынный платеж можно как во установах банка, так и с допомогой послуги «Адвольный платеж», «Платеж по реквизитах» у инфокиосках, интернет-банкингу и М-банкингу.